На этих кадрах, снятых очевидцами, самый разгар ЧП. Сильная струя горячей воды бьет из-под земли. Несколько человек едва успевают отбежать в сторону, но спасти своих железных коней владельцы не успели. Удар пришелся на несколько машин, стоящих рядом. Это моя машина. Я находился на рабочем месте в офисе. Коллеги говорят, что затапливают твою машину. Выбегай. Когда я вышел, вот видно, что с ней стало. Из людей никто не пострадал. Прибывшие на место тепловики экстренно обесточили микрорайон, чтобы устранить последствия ЧП, после чего принялись подсчитывать нанесенный транспорту ущерб. В алматинских тепловых сетях сообщили, что авария произошла не случайно. Порыв на теплотрассе на участке возле бани Арасан, это ITKB Кунаева, произошел во время гидравлических испытаний. Такие испытания проводятся ежегодно в межотопительный период для выявления проблемных участков на теплотрассах города. Других технологий пока нет. В теплосетях заверили, что владельцы всех поврежденных авто получат компенсацию, но водителям необходимо лично обратиться в компанию. Напомним, что такой же инцидент с прорывом трубы произошел месяц назад на Казбекби Аблайхана. Тогда также обошлось без жертв и пострадавших. Ильза Такчурина, Сеткундакпаев, Арсен Сандыбаев, телеканал Алматы.